Ассаламу алейкум, қазақ елі. Я гражданский активист, бывший политзаключенный Амрем Калиаскар Кабутаевич с города Кибастуза. Сегодня у нас 22 января 2022 год, время 12:13 дня. Этот прямой эфир делаю. Вчера мы написали с родным братом, который был избит 8 числа, написал он заявление на сотрудников полиции. Наша Каргалиева и Кудайбергена, еще неизвестных лиц, это ОМОН, потом человек, который его забрал с дома на пару вопросов. Был мой брат родной избит, сломали ему зубы, ребро. И не освидетельствовав перед тем, как поместить спецприемник, его сразу же закрыли. Никакое освидетельство медицинское они не делали перед тем, как закрыть спецприемник. Вот хотел показать заявление. Ассаламу алейкум, Муратбек. Вот заявление. Это бланк, который дал нам прокуратура. Вот само заявление. Заявление, был избит, всякие слова говорил этот Шакаргалиев, когда его увидел, сказал, что на казахском «казыр канту крёсын», меня не трогав пальцем, они избили. Вот это получается вот справка. Сейчас. Вот здесь другая справка. Ну, такой же справка. Вот просто здесь вот время все указано 18 января 23:37, а он освободился в 11 часов 23:00. Вот здесь получается вот закрытый перелом 8-го ребра справа. Ушибы, гематомы грудной клетки. Вот этот снимок. Вот снимок. Снимок вот получается сделано. Вот его время есть здесь. 23:30 18 января. Вот. Я сам тоже написал заявление. Наша Каргалиева, что меня, это от прокуратуры, что меня похитили с дома 6 числа. Никаких санкций на арест, никаких повесток не было мне предъявлено. Незаконно приехали, забрали. Вот мое заявление. И потом нам морально-психологические давления оказывались, но это в этом вот заявлении есть. В СИЗ, в ИВС, там был сотрудник, которого я узнал, Нурлан его зовут, он, если не ошибаюсь, он начальник уголовного розыска. Вот. Сондай жағдай. Меним қарындасыма дома взломали. Дверь сломали. У нас получается из-за меня 6 числа закрыли, но из-за меня они, получается, еще давление оказали морально, психологически, физически. Моему брату Конституции запрещено пытки и насилие. Он прошел через пытки и насилие в учреждении полиции города Кибастуза. Был избит при присутствии Шакаргалиева и Кудайбергенов Төлегена. Они вдвоем находились, когда его избивали. Шакаргалиев на казахском сказал «канту крёсын», Төлеген сказал «сен малсын». Моему брату они так выражались.
нецензурной бранью. Его оскорбляли, унижали его честь и достоинство. Теперь заявление написали. Мы будем настаивать, чтобы его уволили и в соответствии по строгости закона, чтобы понесли они наказание. Они думают, взяли человека и избили, это все так просто и обойдется. Это видео, если кто смотрит, кто увидит, распространяйте. Бүкіл қазақ елі көрсін. Я сол. Рахмат көргендеріңізге. Ассаламу алейкум, Мұратбек. Я тек амандықта кездесік. Вот. Сау болыңыздар. Амандықпен кездесік.